человеческий разум все принимает в извращенной форме. Мы пропитаны духом этого мира, мы не понимаем, что значит чистая любовь. Да не копите эту дрянь на этой земле! Вы выше, вы больше, вы дети мои! Вы рождены быть со мной, а не в этой грязи! Вы рождены для меня, мной, чтобы быть со мной! После этого странного момента мой дух просто стал кричать к нему: скажи мне, кто я, скажи мне, кто я, для чего я здесь, какова моя судьба и для чего я рожден. Мой дух не просто кричал, мой дух как будто кричал в его дух. Мой дух как будто хотел, он знал, что вот стоит творец вселенной, вот стоит Бог, который знает. И не было иного вопроса, который бы я хотел задать. И этот вопрос был единственный: открой мне, кто я, открой мою цель, открой мое видение, открой, для чего ты. Я знаю, что нет ничего бесцельно. И мой дух начал просто кричать его духом: покажи мне, кто я. Я наблюдал людей, объятых духовным, но видимым огнем. Они горели и не сгорали. Этим не руководил человек, это было движение Духа Святого. В зале я наблюдал движение густого огненного облака, который я видел, зал был огромный, и где это облако останавливалось, загоралась группа людей видимым пламенем, духовным пламенем. Люди не сгорали, но происходило такие чудеса, которые я, наверное, понимаю, как примерно выглядели апостолы, когда говорили, на них были языки пламени. Но я видел движение густого облака, и я видел это облако, как будто оно было живым и двигалось туда, где нужно исцеление, где притаскивали людей, которые были в серьезных проблемах, и это облако двигалось по залу, где оно останавливалось, взрывалась слава Бога, и там начинался еще больше шум. И вот что я видел, происходило, когда двигалось облако. У людей вырастали недостающие или ампутированные конечности. Вырастали руки. Люди вырастали в физическом возрасте. Я имею в виду карлики, люди сгорбленные, реально хруст костей. Реально на глазах вырастали люди до нормального возраста. И это было нормой в зале. Когда я смотрел на зал, я видел, что никто в зале не удивляется, потому что я понял, что это есть нормальное служение. Такие заболевания, как болезнь Дауна и шизофрения, которая не лечится, и исцеление практически в минимальном виде, я видел меняющиеся на глазах лица Даунов, которые люди, Бог восстанавливал разум. Он восстанавливал люди моментально из уродливых Даунов, карликов, превращались в красивых мужчин и женщин. И это было на глазах. Я был шокирован тем, что я видел. Я видел, как возвращалось к жизни тело, которое было, которое воняло в мешке застегнутом. Я видел вещи, которые невозможно описать, и я понял, что слава последней церкви должна превысить то, что видели в начале. Когда я увидел это, людей, которые возвратились к жизни, там были восстановленные, воскрешенные, измененные, трансформировавшиеся судьбы. Я видел все, что только можно видеть, и я понимал, как будто в этот момент я чувствовал разговор их всех и благодарность их к Богу за то, что кто-то пошел и что-то сделал. И у меня и у тебя есть эта власть, ты слышишь? Власть менять этот мир. Власть говорить это слово. Власть превращать материю из невидимого в видимое. Мы должны просто знать, каким духом мы. Иисус задал мне вопрос: сделаешь ли ты это для меня? Все внутри меня кричало: конечно, любимый, я сделаю все, что хочешь ради тебя. Иисус смотрел на меня и плакал. Когда он мне задал первый раз этот вопрос: ты это сделаешь для меня? И он смотрел на меня, и слезы текли с него по его щекам. Иисус посмотрел на меня с великой печалью, и вот этого я не понимал. Для меня было закрыто это на тот момент. И сказал мне: сынок, перед тем, как ты ответишь мне в третий раз, я должен, он так и сказал, я должен повести тебя и показать тебе цену, которую ты должен будешь уплатить за этот урожай душ. Затем Иисусом я был проведен через все самые страшные и отвратительные моменты моей жизни. Он как будто их ускорил, но я как будто их прожил.
И если ты не войдешь в свою судьбу, ты никогда не сможешь быть счастлив. Быть счастливым – это знать, кто ты, и знать свое место. Он просил меня обнять его. Для меня это было шок. У него есть ангелы, у него есть кто хочешь. Нет, он хотел, чтобы его обнял его сын и его дочь. И я сказал: Господь, разве нет людей? И он меня шокировал сильнейшим откровением. Если бы ты знал, как мало людей, которые хотят быть со мной в молитве. Он дал мне увидеть его сердце, его страдания за этот мир, его страстную любовь к человеку. Это все он сделал, чтобы я понял его сердце. Я увидел его совершенную волю для меня и знал, что иного пути для меня быть не может. Только в этом варианте, да, плача, истекая кровью, крича, иногда выпивая таблетки от сердца, ты будешь счастлив. Это звучит странно, но это истина. Предо мной стоял не просто Бог, а стоял доступный, понимающий и любящий меня Спаситель. Он посмотрел в мои глаза и сказал мне: сынок, я настолько люблю тебя, что я это сделаю для тебя. Я лишу тебя возможности отступить от меня, и меня это выше. Когда Иисус стал отдаляться, я начал ощущать смертельную боль. Я не понимал, что со мной происходит. Я чувствовал, как будто я умираю. Я перестал ощущать, где заканчивается дух Иисуса, а где начинается мой. Этот разрыв духа был смертельно болен. Мой и его дух был слит воедино. Ты будешь знать его лично. Ты переживешь боль его сердца. Ты познаешь его радость. И никто не сможет ввести тебя в заблуждение, потому что ты познал его. Я видел церковь Христа. Это извращение и реформация неминуема. Это Бога встретить не может.